Это человек, который в любом случае стоит уважения. И мне кажется, что я, по крайней мере, на Майдане ради этого, а не ради того, что ату его ату. Потому что если ату его ату, это не мой Майдан. Мы стоим здесь с 21 числа и чувство самоуважения. То, что нас пытаются оседлать и нами пользоваться, это другой вопрос. Но мы пока сбрасываем. Нюша, ти хотіла задати вопрос. Так, по-перше, багато дописувачів пропонують вам піти на антимайдан, не в тому, що ви самі зможете їх розізнати там. Як то кажуть, ваша шила. Ні, одну секундочку. Антимайдан – це люди, які абсолютно точно знають, що вони роблять, які